Вы смотрите «Вести в неделе», и, как вы заметили, сегодня программу веду я, Роман Транцевов. Многие могут задать вопрос, в чем же дело, в чем причина таких странных рокировок? Вполне логичный ответ. Буквально пару дней назад в одной из подсобок нашего телецентра была обнаружена кассета популярнейшей юмористической передачи и, что самое главное, с золотой эмблемой Первого телеканала. Вот таким странным посланием. Здравствуйте, уважаемые телезрители, вы смотрите телеканал «Россия Угольцов». А сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Артем Угольцов. Итак, Артем, что у вас там происходит? Нет, оно еще меня бьет, посмотри, ногоя, еще меня бьет ногоя. На прямой связи с нами был Артем Угольцов. А сейчас на прямой связи с нами Сергей Угольцов. Итак, Сергей, что у вас там происходит? Спасибо, на прямой связи с вами был Сергей Угольцов. Этот бандеровец.